Недавно в социальных сетях многие жители Каспийска высказывали свое недовольство из-за того, что мусор из баков не вывозился. По этому случаю директор МБУ «Зеленый город» Магомед Багамаев назвал причиной такой ситуации. Одна из них – это поломка некоторых машин. Зачастую такая ситуация происходит из-за строительного мусора. Часто бывают, к сожалению, поломки техники. Сколько лет я в этой сфере занимаюсь, но убедить людей, что нельзя эти огромные мешки со строем мусором выкидывать в баки, что потом последствия приводят к крупным поломкам, да, ну, к сожалению, никак не можем эту мысль донести до людей тоже. По словам директора МБУ «Зеленый город», чтобы решить проблему затора, учреждение делает все возможное. Для этого была привлечена дополнительная техника. Каждый вечер мне дают сотку по площадкам, которые, допустим, не доехали, не успели вывезти там, да. Ну, к примеру, вот если брать позавчерашний день, из 273 площадок у нас где-то 17 площадок остались, куда мы не доехали. Ну, реально там не успели вывезти и так далее. Соответственно, эти площадки у нас в утреннем графике в первую очередь. Также стоит отметить, что совсем скоро Каспийск получит 3 новые единицы техники. Благодаря этому вывоз мусора будет производиться еще качественнее и в срок.